Анечка. Да, Анечка. А если бы ты встретила папу в детстве, какой бы была ваша встреча? В детстве? Да, да. Ну, даже не знаю. Ну, представь, мамочка, я тебе помогу. Аня готова помочь маме. Хорошо. Допустим, это было когда... Когда тебе было 5 лет, да? Да, я была одета в красное платьице, носила красный бантик в волосах. О, ты была очень милой в детстве. Спасибо, Анечка. Я хотела погулять, думала принести моему брату Юрию что-нибудь вкусное. Ягод хотела нарвать. Братику понравятся ягодки. Он будет очень рад. Так, мама пошла за ягодками, а потом... А потом я заметила, как играют мальчики. И среди них оказался наш папочка, да? Умница, Аня. Они в шпионов играли? Думаю, что да. Я выполню эту миссию. От меня врагам никуда не деться. Ты увидела папу? Да, я смотрела, как мальчики играют. Было очень любопытно. Ого, а во что они играют? Слышу что-то про шпиона. Жутко любопытно. А потом папа заметил тебя? Ага, и он замер. А? Он же в шпиона играл, а не в море волнуется раз. А-а-а, ты ему понравилась. Да, да. Я выполню миссию. А? Какая красивая девочка. Ох, хочу цветочки ей подарить. Потом продолжу играть. Ребята, я сейчас вернусь. О, что это он делает? Это у него такая игра? Ой, а вдруг там девочки есть, и он хочет цветы ей подарить? Привет. Привет. Это тебе. А, мне? Ты очень красивая и милая. Ой, большое спасибо. Не ожидала. Красивые цветочки. Ты мне нравишься. Я? Нравлюсь тебе? Да, давай дружить. Да, с радостью. Может, поиграем? Я хотела собрать для братика ягоды. Ягоды? А давай мы их вместе соберем. Я помогу. Правда? Я буду рада, если ты мне поможешь. Да. Ой, а как тебя зовут? Меня зовут Йор. А тебя? А меня Ллойд. Очень приятно. И папа с мамой стали собирать ягоды вместе? Верно. Целую корзину собрали, да? Нет. Откуда могла так неожиданно появиться корзина? Папа все может, даже маленький. Забавная ты, Анечка. Мы ягоды в карман положили. А я? Держала папин букетик. Да, мне вдруг захотелось привезти папу домой. Ллойд. Да? Спасибо тебе за помощь. Ой, давай я тебя угощу. У меня дома поедим. Я с братиком тебя познакомлю. А? Не бойся. Пойдем. Вместе поиграем. Ой, не беги. Маме настолько папа понравился, что она его привела домой. Как мило. Ага. А потом представь, как нас мой брат встретил. Он и в детстве был ревнивым. Очень и очень ревнивым. Я дома. Ага, сестренка, ты пришла? Кто это с тобой? Ох. Я пришла вместе с Ллойдом. Он мне ягодки помог собрать. А еще он цветочки мне подарил. Юра, познакомься. Это Ллойд. Ллойд, это Юра, мой братик. Ты никогда не приводила друзей? Когда это вы успели познакомиться? Совсем недавно. Ко мне подошел Ллойд и сказал, что я милая и красивая. А затем он подарил мне цветочки. Я взяла их. Что? Ох, мне понравилась Йор. Ах так? Сестренка моя! Я никому ее не отдам! Йор, я тут ягодок принесла. Возьми. Открой рот. Скажи. Нет! Я должен... Вот так. Вот так.
чего это с ним? Ой, Йор, что это у тебя с руками? Не обращай внимания. Это они подкрасились от ягод. Давай я тебе дам ягодку. Даже горстку. Вот, возьми, Ллойд. Спасибо. Значит, ему горстку и просто в ручку насыпала, а мне сразу в рот их? Ллойд ведь наш гость. Давай мы ему чай заварим. Что? Ой! И у мамы были красные-красные руки от ягод. А, да, да. А потом твой брат как медведь стал нападать на папу, да? Нет, нет, как медведь он точно не повел бы себя. Но вот как бык, это про него. У мамы дома бык живет, грозный-грозный, злой как гном. Ой, гномы не бывают такими грозными и злыми. Было мило это слышать. А давай придумаем, что было потом. Ты сделала чай. Да, вкусный чай. И мы стали вместе Ллойдом пить. Две малютки пили чай, а третья малютка была злой. Ух! Пей, Ллойд, это тебе. Держи. Спасибо, Йор. Очень вкусный. Вместе с тобой пить хорошо. А ты в садик ходишь? Неа, а ты? И я нет. Я присматриваю за братиком. Вы тут еще вместе чай пьете? Ага. Ну, да. Ух, почему моя сестренка пьет чай с каким-то мальчиком, а не со мной? Эй, Юр, не ревнуй меня. Я же хочу, чтобы у меня тоже были друзья. И не только. Ты тоже найди себе девочку. Тебе будет хорошо. Чего? Я тебя никому не отдам! Не смей ты, Ллойд, отбирать у меня сестренку! Ой, ты чего злишься? Мне Йор понравилась. Ладно. Я сейчас придумаю, что с тобой сделать. Ты какой-то слишком злой. Ой, я уронил чашку. Прости, Йор. Не страшно. Я сейчас все приберу здесь. Давай встанем, чтобы не намочиться и не ошпариться. Горячий же чай. Ага. А ну отдай сестренку! Отдай! Ой! А что произошло? Юрий хотел отпугнуть Ллойда, но мой братик подскользнулся и случайно толкнул меня. А я... Поцеловала папу, да? Ну да. Ой! Что это было? Братик, ты решил мне помочь? Ты свел нас, и я поцеловала Ллойда. Пойдем играть, Ллойд! Пойдем. И с тех пор мама и папа стали встречаться. Они полюбили друг друга с первого взгляда, а мамин братик только помогал им быть вместе. Здорово, не правда ли? Да, верно. Так могло вполне произойти. Я более чем уверена. Эх, жалко, что вы знаете друг друга не с детства. Я бы посмотрела на ваши фотографии. Наверное, вы были такими милыми. Особенно, если бы вы держались за руки. Милая, ты моя Анечка. Ты не представляешь, как я тебя люблю. И как папа тебя любит. Аня тоже любит маму и папу. А если бы я увидела вас маленькими, сразу бы свела вас. И вуаля, мама и папа вместе. Да.